Многие наверняка не догадываются, что у Максима Галкина есть старший брат Дмитрий. Дмитрий Галкин – старший брат известного шоумена. Дима родился 4 августа 1964 года и был очень активным, непоседливым и очень шаловливым мальчиком. С самого детства парень любил играть солдатиков, а в 17 лет поступил в военное училище, повторяя судьбу своего отца, военного офицера, который дослужился до звания генерала-полковника. Когда Диме было 12, у него появился младший брат Максим, и подросток не только сам выбрал имя для новорожденного, но и взял на себя большую часть обязанностей по уходу и воспитанию братишки. Подгузников тогда не было, поэтому старший освоил все виды пеленания младшего. Родители Галкиных Наталья Григорьевна и Александр Александрович были очень занятыми людьми. С самого детства старший брат стал крепким и единственным тылом для младшего. Так сказать, часто заменял Максу и маму и папу. Какое-то время брат Максима Галкина даже был его продюсером. Впрочем, в начале 2000-х Дмитрий продвигал не только своего родственника. Среди других его проектов были «Чай вдвоем» и «Паскаль». Поговаривают, что именно брат познакомил начинающего артиста Максима Галкина с Аллой Пугачевой. Впрочем, сам Дмитрий это отрицает. По его версии, будущих супругов представил друг другу Филипп Киркоров на музыкальном фестивале «Славянский базар». Старший брат Макса, в свою очередь, придумал дуэт Примадонны и начинающего исполнителя, чтобы увеличить популярность родственника. Как говорит Дмитрий Галкин, он и предположить не мог, что этот творческий союз превратится в настоящую семью. Сначала старший брат был резко против отношений Максималы, но младший проявил небывалую твердость и настоял на своем решении. Дмитрию оставалось только смириться с этим фактом. Спустя много лет Галкин-старший признал свою неправоту. В 2015 году старший брат Галкина перебрался из России в Израиль. Семья обосновалась в престижном районе Кесарии, где обитает значительная часть состоятельных граждан. У семейства Галкиных тут добротный трехэтажный особняк.